Всем привет! 31 марта, вторник, сидим дома, сварила кофейку, вот моя чашка. Пью кофе. Так, ладно, пока закрою. На улице -3. Видите, что у нас творится? Зима вернулась. Выпал снег. Такая вот погодка. Машин на улице мало. Все сидят дома. Все машины на парковке возле дома. С сегодняшнего дня строгий карантин. Со вчерашнего, точнее. Вообще на улицу нельзя выходить без спецпропусков. Только в магазин, в аптеку, собаку выгулить. И к врачу там, в поликлинику, в крайнем случае. Ну, мы вчера вечерком сходили, на полчасика вышли. Прогулялись до ближайшего магазина. Вам видно, что на улице метель? Просто метет снег. Прям такая метель, как зимой. Как будто зима вернулась. 31 марта, ребята. Завтра 1 апреля. День смеха, день дурака. Почему-то никому не до смеха. Я тут открыла окно, высунулась. Я ж только... Ой, блин, у меня ж голова мокрая. Я ж только из-под крана. Как бы не простудиться. Так, ладно, ребятушки, я, наверное, нет, это не телефон плохо снимают, это метель, на улице все белое, ничего не видно. Но, по крайней мере, могу вам показать кусочек зимы, кому хочется. Этаж, вот напротив дом 25 этажей сдали на днях. Вот люди там, кто-то живет уже, кто-то ремонт делает. Может быть, уже и живет кто-то или работает на стройке. Ну, ремонтами занимается. Хотя запретили передвигаться по городу далеко. Видно, что снег идет, белые мухи летают. Такая метель. -2 градуса. Вот тебе зима вернулась. Надо же. Кто бы мог подумать. Ладно, ребятушки, пока хватит. Потом доснимаю, если что.
Так, вот она рыбка. Приготовила обед. Рыба с макаронами, с тушеной капустой, запеченная горбуша в духовке с морковкой, с луком. Такая вот рыбка. Всем добрый вечер. Наконец-то у меня появилась возможность доснимать видео. Сварила суп вот такой, рисовый. Ну, это что-то типа супа харчо с рисом, с картошкой. Ну, но без мяса, потому что у нас сейчас пост. Вот. А здесь просто отварной рис. Еще я сегодня показывала, что я сегодня жарила горбушу. Вот она у меня, кстати, тут в коробочке. Вот. Тут у нас кабачковая икра. Ну, в общем, как-то так с продуктами. Потихонечку уменьшается тут все. Еще йогурт пока есть. Покупала на работу. Но так как начали уже срок годности кончается, поэтому можно пить. На работу неизвестно, когда пойду. Вчера начала уже пить этот йогурт. Так, мандарины заканчиваются. Яблок сегодня купили. Помидоры пока есть, перчик один есть, морковка есть. Тут у меня, так, здесь у меня имбирь лежит, здесь чеснок такой свежий. Ну, в общем, продуктов пока, ну, не так много, но есть. Здесь мои крема, Лореаль, ночной, дневной, Нивея. На всякий случай. Такой увлажняющий. Так, это для рук. Это для тела. Ну, еще вот такой еще крем для рук есть. Хороший очень. Приятно так пахнет. Так, ну продуктов, конечно, поубавилось, но еще есть. Так, масло сливочное, одна пачка осталась. Мороженое есть, шпинат, брокколи, там две пачки. Ну, это так, на всякий случай гостей. Так, еще две рыбины горбуши. Две рыбины. Ну, и там тоже. А тут у меня, ребята, в морозилке такие вот два шматка сала. Второй даже побольше. Шматок такой, наверное, на каждый по килограмму, наверное, по полтора. Это сало привезли с Алтайского края. Так. Ну что, хотела я вам еще закат показать. Только для этого, наверное, надо свет выключить. Блин. А может не выключать, так выглянуть. Давайте попробуем так выглянуть. Тем более надолго лучше не выглядывать. Ой, какая красота. Смотрите, какая красота. Сейчас минус один.
красиво, но холодно. Закрыла. А так не видно. В окне отражается. Так, сейчас я свет выключу. Так, все. Выключила свет. Иногда вот так хочется вот так вот просто в темноте посидеть. Так, ну тут вот, конечно, съемка будет хреновая в темноте. Да, съемка хреновая в темноте, поэтому лучше включить свет. Да, лучше уж так как-то со светом. Ой. Сейчас, ребятушки, смонтирую видео, выложу. Сегодня что могла, поснимала немножко. Я понимаю, что этого мало и что не очень качественно. Все в торопях, на бегу, на скаку. Вроде не работаю, но все равно получается как-то все кусками, быстро. Ладно, ребятушки, если смогу, завтра уже 1 апреля, второй месяц весны начинается. Завтра, если смогу, выйду в эфир. Постараюсь во всяком случае. Так что всем пока. До завтра. Не судите строго. Видео, конечно, снято не очень качественно. Ношусь по комнате, мечусь, все мельтешит. Ну, ничего. Будем постепенно улучшать качество. Всем пока. До завтра.